Рад представить уже готовую версию своего высоковольтного трансформатора, работающего всего 3 вольт двух аккумуляторов. Подключается банально с муткой проводов. Но в этом, я думаю, ничего страшного пока что нет. Можно посмотреть, дуга не просто какая-то синяя там или красная, она же зеленая, что говорит о высоком напряжении. Ну, предполагаю. Кстати, здесь заметно, как пробивают провода высокое напряжение. Из-за этого дуга берет с близкого расстояния. Хочется заметить, что даже высоковольтные провода, вернее, изоляция высоковольтных проводов, плазма или, как это назвать, пробивает с легкостью. И даже несмотря на то, что я наложил сверху 2 слоя термоусадки, рассчитанных на 600 вольт, бесполезно. Прекрасно заметно духа. Расстояние больше 2 сантиметров, это говорит о том, что напряжение там явно высокое. Кстати, когда пробивает изоляцию, явный запах озона. Схема здесь простая. Это двухтактный автогенератор, построенный на полевых транзисторах, MOSFET-ах. Взял их с материнки компьютера. 2 резистора на затвор подбираются опытным путем. Я взял и припаял туда подстроечники, для того, чтобы проще было подобрать нужную мне частоту. Дроссель, состоящий из буквально 10 витков, ну, подбирается тоже опытным путем. От него зависит, кстати, тоже частота генерации. Первичная обмотка у меня состоит из 2 витков на плечо. То есть по 2 витка со средней точкой. Ну и здесь у меня 12 рядов по 100 витков. На выходе появляется высокое напряжение, которое мне нечем даже замерить. Температуры колоссальные. Палец конкретно пробивает все. Я даже не осмелюсь взяться за 2 контакта. Так как шибает с одного контакта очень даже нехило. Давайте спалим немного диодов, резисторов и светодиод. Температура сразу заметна тем, что плавит даже олово, и не только олово, и медь, изоляцию, да все пробивает. Хотя делал я это не для баловства, а для очень мощного электрошокера. Ну вот что вышло. Такой простой. Потратила, конечно, 3 ночи уже. Пайка неаккуратная, но я думаю, это не критично. Потому что паялось это не один раз. И много раз подбиралось.